Там у тебя играет? Это твой телефон? Это Лена. Так, вот сейчас Денису позвоню. Еще раз, с этого телефона. Обновление. Нужно обновление ставить? Нет, да. Ты думаешь? Да. Почему? Потом, когда позвоню. Ага. Так, теперь, чтобы позвонить, сим-карты, блин. Так. Без куницы. А поиск все равно, да? Без куницы. Надо будет другую поставить. И черный, мой телефон Борис. О, ничего. А, есть. Я тут буду повторять. Алло. Алло. Давай, хорошо. Ждем. Я не вижу, ждет, блин. Так, надо поставить белое. Тут черный вообще ничего не видно, блин. А вот посветлее, да. Так здесь оно, видишь, да, тему поставь, чтобы свет был. А то, ну, ну, нам сейчас. Экран. Да, вот белый. Так лучше. Ну, потом, может быть, еще выключится. Там первое было. Да. Вот это вот. Вот. Нет, нет, нет. Еще ниже. Стоп, ниже. И ниже, ниже, ниже. Вот это. Хорошо, мешок. Кто кто? Максим, это мой бармога. Ага. Че? Ходит? Еще ходит? Или болтает? А тебе ходит? Ой, он приносит два раза в неделю. Уже лучше. А то он сначала не принимал то, что я давал, а потом начал все принимать. И уже начал по-другому работать. Дыхалочку подпитывать. Блин, воду пьет, глыщет это. Да-да. Андрюха, так вы что, готовы уже бороться? Да. Точно? Да. Значит, смотри, Андрей, возьми сейчас Женю, объясни ему, рандери, то есть без бросков, просто мягко чуть-чуть побороться, разогреться. И у вас три схватки. Еще захотите бороться, боритесь хоть пять схваток. Я потом вам поговорю, как вы будете бороться. Готовы? Чинь минуте рандери, Жень. Ага. Норунки, просто походи. Хаджу. О. Так, я сейчас еще на камеру поставлю и поборюсь с Лиги. Он упадет, я буду говорить, что я еще умею бороться. У меня был один ученик, Юрий Александрович его знает, он боролся, только жестко боролся. Если борется, то все, убивает. И пришел у меня с этого, один парнишка с этого. Алеша? Нет, где же еще? А, вот.
пришел один пацан с этого, с манежа. Там Кириллыч тренировал, он пришел как бы. Начал это, можно повторить? Ну, можно. Начали бороться. Я говорю, ну вы поборитесь, а я пойду это, пока посижу в тренерскую. Все равно там никого не было. Начали бороться. Тот заходит через 5 минут. Сергей Анатольевич, блин, ну скажите своему Эдику, блин. Он рубится, блин. Я пошел, говорю, Эдик, ну ты что, не можешь побороться спокойно, что ли? Он мне, Сергей Анатольевич, говорит, он сам такой. Я говорю, ну хорошо, давайте боритесь, и я посмотрю. Да такой же, как Эдик, убийца такой же. Эдик, блин, Трембовецкий. А Денис помнишь? Есть? А? Денис есть? Какой? Денис сейчас должен подойти. Я забыл фамилию. Вискон. Вискон. О! Давай бороться будем. Давай, Лидов, бороться будем. Снимай куртку. Бороться. Я громко говорю бороться. Походите. Походите, походите, разогрейте, что. Ну сколько на руках? Александр Иванович уже со мной не хочет бороться. А вы не предлагаете. Да, Александр Иванович, знаете что? Да? Угу. Вас просто тяжело обнять. А? Вас тяжело обнять. Толстый, большой. Круглый. А, круглый, как Коробок. Коробок, тренер Коробок. Я фамилию. Сергей Анатольевич Коробок. Коробок. А Юрий Александрович кто у вас? А Юрий Александрович, вы кто? Вам надо тоже имя, фамилию поменять. Шаровик Затейник. Затейник. А я кто? Халявщик. Халявщик, да. Халявщик. А кто сидит, отдыхает там? Вывел червонец и думает, все. Две партии за мной. Я думаю. Да? Что ты думаешь? Что другие думали. Стоп. Я морский. Велосипед. Лесопед, пацаны, аккуратно просто, чтобы не ударились. Здравствуйте, соседи Запада. Вы что, сестры что ли? Да, братья. Братья, блин. Сестры, блин. Отпустил один раз, один уже второй раз и третий. Вот тебя Лимию ждет. А тебя пацаны ждут. Сколько проигрываешь? 20 лет. Да ты себе на жопу приклей. Приклеим. Другое время уроков нельзя было пойти. Они во время тренировки. Блин, Саня, я вообще в шоке с такого. Ты пойдешь здесь, Саша, или сюда? А как лучше? Все равно. Значит, туда. Туда, да? Значит, 2 часа, завтра сюда. Ну, мне уже жира вопрос. Да. Попер, жира, пацан. Попер. Фамилию нет, надо. Попер. Да, Денис Бобров, блин. Так, пацаны, кто выживет на бабахе, получит 20 рублей. Достаньте бабахе. Давайте, что, сюда придешь? Да. Ну, хорошо, все, четверо. Что ты не бросаешь меня? Что ты ходишь, смотришь на старого пердуна? Бросать не надо, но забучить надо. Нет, просто я обещаю. Так, чуть-чуть отдохните, да? Пока. Бумажешь сюда? Нет. Не надо? А ты что будешь? Пальцем, что ли? Ха-ха-ха!
длинный. Памперсы снимаете, что ли? Памперсы снимаете, что ли, блин? Так, завтра надо это прийти, блин. Просто не дай бог. Никакой, блин. Ну он же ходил там, манеж для вас. Манеж? Был? Yeah. Да, он проверил. Как он меня обмануть, блин. Я офигею, блин. Таких, как Женя, он меня так. Давай быстрее, чудо. Тебя он Жека ждет, Андрюха ждет. Как? Давай не, не блин, уже я уже устал бороться, блин. Он меня не бросает. Я его догнать не могу. Да, ты сейчас то на машину учишься? Да. Давай мы руль купим. На грузовую? Что? На грузовую. На грузовую большую? Да. На грузовую щиток. Что ты хочешь? Щиток. Да, возьми там дальше. Мирсаш, ты еще играешь сейчас со мной или нет? А что ты одеваешь каждый раз новые кимоно? Так кого одевать? Ну а кого? Я тебе уже дал кимоно. Так вы потом дали это кимоно. Так ты же сказал, что ты не хочешь. Крыск дали кимоно. Ну правильно, я говорю, не одеваю, я не хочу. Я в тот раз качался. Я не одеваю. Нет, сколько за 2 года у тебя нормальная прическа. А, вы первый раз видите? Да. Что, как, что, нравится? Что? Прическа нормальная, за 2 года. Ну да, нормальная прическа, блин. Я сам сделал. Вот так. Смотрел в зеркало и подумал, что неприятно. Че, бросится ли? Машинка? Есть видео. Видео есть? Есть. А-а-а. Я тоже машинка, я себя тоже дома стригу. Сам и потом мама тут сделала и все. Сзади жена, или не сделала, и все. А то ходить, блин. Я не знаю, папа любил ходить парикмахером, деньги востригут. А волосы сюда, ведёшь, все чешет. Ой, блин, я так парикмахерскую. Еще там час сидишь, ждешь, пока дойдет очередь. Ой, блин, как бы не любил парикмахерскую. У меня две машинки и себе это. Давай, Денис, давай. Давай, Дан, давай, тебя ждет раз, тебя ждет два. Что хорошего? Давай, блин. Водитель сопливый. Что ты встал, иди распинайся, Майк. Я? Ёб, совсем попугас, блин. Совсем. Эй, что ты там? Уже ничего не видно, блин, стали сюда. Вот зеркало посмотрите. Так зеркало не видно, я ж понимаю, когда видно, блин. Распинайтесь, давай. Посмотрим. Эти размялись, уже все, уже мертвые. Андрюха, нам его вчера отдыхать. Он тебе снимал. Да. Все уже жжет. Блин, с кем работать? Пацаны, блин. Придется мне за вас бороться на республике. Ну да. Да. Сюда. Подожди, ему. Разомнее, инкалзировать его. Сюда, ну. Пошел, разогревайся. Давай. Сам разогревай себе. Не-не-не-не-не. Да не надо мне. Что в посудке надо? А что сидит? Да, пусть образовывается, да? Что это с новой прической? Ну такая сейчас мода. Легкая. Здесь тоже? Ну здесь. Тоже. Обходил. День. Что за мной? Я не знаю, как это так модно, блин. Как вы с учителями разговариваете? Учительница смотрит. На ромыска. И говорит, так вот чувствуется, что на ромыском говорит. И вот она смотрит, блин, жопа, блин. Волосы так, лицо пухшее, блин. А это что, пьет, что ли? Ну, сок, блин. Мы тоже пьем на уроке. А? Мы тоже пьем. Женя, все? Все. Все, ты жопа? Давай тебя отпущу. Будешь бороться. Парень, ты что, у тебя счастье, да? Я что? Пойди сюда. Я что? Какой я тренируешься? Я тебе одну вещь скажу, но ты не обижайся. Завтра 2 часа, с самым важным.
хотели покинуть. Да. Пойду. А там надо платить. Ну, хорошо. Два раза будет. Или это за момент? Я же на самом деле. А? Твоя книжка? Да, я не знаю. А где? Ну, где сюда, Александр Иванович, я не знаю. А, походу, тот вообще. Тот свой тренер, какой-то был. Вот, вообще. Коррекция, я не могу закончил, да. Есть. Сергей Анатольевич, а дети в бане? Нахрена? А хоть завтра не прийти. Как и сегодня. Все, я готов. Пучковые, бросочки. Смотри, как соревнование. Вот Игорь готовится к соревнованию, или ты готовишься? Как? Не, я буду фотограф. И как? Да-да-да, после школы, да? Репортер. Слушай, ты должен ходить, тренироваться, качаться, потому что тебя машина не выдержит. А какой толстый будешь, говорит, что машина просто не сможет. Не влезу в сиденье там. Не влезу, точно. А ему будет надо детское сиденье. Нет, да, ну что ты поделаешь? Андрюха попал. Я, наверное, блин. Вот я набрал детей. Класс. Шашки. Класс. Все ходят. Ничего никаких проблем. Что на следующий год еще буду набрать? Там почти все ходят. Там осиблены, да, если болеет, то да, так. Все дети ходят, блин. Все нормально. А вот мой брат, следующий год будет 5 класс. Ну, он хочет папу, чтобы он здесь. Ну, понимаешь, это не тэквондо, там ты маленький, большой, там можно лапы поставить. Ну, здесь, если он придет и не с кем тренироваться, то... Так будет, у него тоже большой. Здесь есть, который не имеет. Для меня я здесь говорю, кто? Кто самый маленький Кристиан, он 4-5 раз побыстрее, сильнее моего брата. Не думаю. Я тебе говорю. Твой брат еще, он как это. Новый идет. Он домашний. А то он поведу за 3 года футбол. Так, он 4 года плавал. Да, женщина. Работайте. Группа молодой, три факта. Так, ну что, надо этот казаку учиться или болеть? Казаку, да. Болеть? Учиться болеть. Ну, в школе ходить, в школе. В школе? Да. Так, ну что, на следующей неделе, в этой неделе уже пойдут соревнования, чтобы туда. И дергать. Чика, Петя, Фасалка, Эдвард, Яна, Чернин.